невыносимый трусливый Протос. Тассадар не сможет ускользнуть от моего гнева! Я найду его и... О, жаль, что мозг не может быть действительно убит. Ведь высший разум наверняка снова реинкарнирует его. Нет, он не сделает этого. Протоссы придумали несколько новых атак, способных аннулировать нашу реинкарнацию и встать на пути у самого высшего разума. Теперь ясно. Схватка Тассадара со мной была лишь диверсией. Мне его никогда не понять. Без своего повелителя стая Засса обезумела и сейчас угрожает кластеру логова. Мозг, ты должен искоренить безумную стаю и не позволить им причинить ущерб. А с Протоссом я разберусь лично. И вновь конец брифинга, дорогие друзья, с вами вновь я, Дезертир, и мы продолжаем проходить StarCraft. Нам в этот раз дали несколько муталисков, немножечко гидры, и что мы будем делать? Мы будем с вами сейчас атаковать вот эту замечательную базу. Стараться сделать так, чтобы у нас никто не умер. А нет, одному-то умерла. Фак. Так, ладно. Окей. Все пошло немножечко не так, как я хотел, но хорошо, ладно. Я согласен на все, что есть. Так. Шикарно. Убиваем их всех. Отлично. Этих ребят нам придется некоторое время послать на добычу. Кого они только что убивали? Так, ну что ж, давайте сейчас атаковать тогда еще вот этот пул, потому что он тоже нам не нужен. Он вражеский, а захватить мы его как бы никак не можем. Поэтому придется его разрушить. Расставляем наших оверов по краям, дабы контролировать происходящее вокруг нас. И стараемся сейчас... создать себе новую базу с нуля. Эта миссия будет, насколько я помню, довольно-таки сложной, потому что нифига легкого здесь не предвидится. И, в общем-то, мне, скорее всего, дадут люлей на некоторое время, но я надеюсь, что в итоге у меня получится отбить большую территорию, и я смогу нормально развиваться. Поэтому будем надеяться на удачу. Ну, или на что там стоит надеяться, когда надеяться, собственно, не на что. У меня осталось 3 муталиска за место 4, как было изначально. Это не очень хорошо, но и не сильно плохо. У нас все так же пока что не идет добыча газа. Я думаю, что буквально в некоторый промежуток времени я это исправлю. И будут поставки газа возобновлены, потому что если нету газа, значит нету и муты. Нету муты, это смерть. Что мне нужно сделать в ближайшее время? Мне нужно начать подготовку защитной территории, дабы сдерживать оборону, потому что по основным задачам миссии искоренить все остатки стаи, значит... В общем, короче, мне нужно искоренить все остатки стаи зергов на этой местности.
это не так мало, но и не так много. Поэтому будем делать, что будем, а там уже будет видно. Итак, так как у нас более-менее достаточное количество наших ребят, мы будем строить сейчас все больше и больше народу. Все быстрее, все качественнее. Поэтому давайте этим и заниматься. Так, как только у нас построится пруд, я смогу организовать оборону в виде колонии. Колонии. Вообще это странно звучит, плетка, как по мне, все-таки опять лучше. Повторять я это не устаю. Поэтому думаю, что так и должно быть. И вот я, наверное, сейчас возобновлю добычу газа. И начну, начну строительство второй хаты рядом с первой, дабы получать больший прирост юнитов за раз. Такие вот дела. Потому что пока я получаю прирост по одному юниту за раз, это не очень много, это меня не устраивает, и это будет долго. Если же я буду получать юнитов больше, это будет лучше. Ну, в принципе, логика, я думаю, всем ясна. Объяснять ничего не нужно и так далее. Хотя периодически мне кажется, что я несу некий бред, но, в принципе, я с этим как бы занимаюсь пожизненно, поэтому я не особо парюсь. Ладненько, давайте крабики добывайте. Вторая хата уже на полпути к созданию. Ты пойдешь у нас на газ, ты пойдешь у нас на краба. Что я хочу сделать? Я хочу нормально развиваться. У меня, скорее всего, это получится. Вопрос во времени. Давайте построим еще одну колонию и сделаем здесь плетки. Потому что спорки мне пока что не нужны, а вот плеточки мне пригодиться могли бы. Так, БЦшка, еще одна плеточка на всякий случай. Пока выходим тупо в крабов. Попутно нам сейчас потребуется логово Гидралиска. Так, тебя в это, отлично. Ты у нас станешь, мой дорогой друг, пока не знаю кем, надо улучшать все-таки нашу базу. И делать больше крабиков. Так, хорошо. Дальность атаки Гидралиска увеличена. Это будет круто, но пока что не особо требуется. Так, и вот наши дорогие друзья подходят к нам. Надо с этой стороны оборону тоже все-таки сделать, потому что без обороны это будет совсем плохо. И давайте этим, собственно, и займемся. Думаю, что у нас получится все хорошо. Так, что касается создания юнитов, теперь мы будем создавать, кто нам доступен, владыки. Владыки нам нужны, да, о владыках это отдельный разговор. Владыки нам действительно нужны. Мы потратили сейчас абсолютно фактически все минералы на создание 6 владык. Это даст нам впоследствии плюс, но я надеюсь, что все будет хорошо. Ладно, нам сообщили, что эволюция в логово у нас завершилась. И мы можем подстроить, например, несколько лингов. Что было бы вовсе неплохо. Упс, я не хотел этого делать, ребят. Стойте на местах, где и стояли. И мы будем сюда вот ставить лингов. Замечательно. Просто великолепно. Так, зачем нам нужны линги? Ну, на тот случай, если будет довольно много врагов, то мы сможем как-то отбиваться лингами. Тем более,
Насколько мне не изменяет память, линги неплохо бьют гидру. Ну и, в принципе, как дополнительный отвлекающий маневр, они пойдут на более хорошее качественное оружие, нежели... Ну, точнее, они будут более хорошим качественным оружием, нежели некоторые другие. Так, адреналиновый жезл. Адреналиновых желез, точнее, улучшение, окей. Вот у нас есть еще один крабик. Крабиком мы построим уже более хорошее здание. И надо бы, если честно, сделать несколько гидралисков, дабы все-таки как-то соответствовать, что ли, более-менее мощной армии. Потому что мута на данный момент для нас выходит слишком дорого. И я бы даже сказал, неоправданно дорого. Давайте запишем на единичку, запишем на двоечку. Даже вот так вот на двоечку, наверное, запишем. И пойдем потихонечку разведывать, что у нас дальше, как только у нас выйдут следующие юниты. Так, давайте прокачаем немножечко владык. Лингов отведем вот сюда. Отлично. Отлично, отлично, отлично. А, что у нас здесь есть? Подземная колония, это, конечно, хорошо. Надеемся, что нынешнее количество будет просто замечательно. Да, оно действительно такое и есть. Замечательное количество лингов. Все, в принципе, я думаю, можно атаковать. Давайте, малявки, атакуйте. Малявки отлично справляются со своими заданиями. Они атакуют все и вся, что здесь есть. Нужно уничтожить гидрильню. Нужно сделать дополнительных лингов. Причем как можно быстрее. Потому что если у нас будет нехватка лингов, это будет очень плохо. А, тем временем на нас пришли очень злые ребята. Сейчас мы от них избавимся. Они здесь зарылись немножечко. Итак, мы отбили одну базу у них. У нас постоянно сейчас продолжают приходить новые и новые юниты. И нужно контролить вот этот вход. Контролить этот верх, чтобы сюда никто не ходил. Стараться уничтожать здесь все и вся, чтобы все было хорошо. Отлично. Верх мы, собственно, теперь контролим. Сюда здесь вроде как никто не должен пройти особо. И все будет просто шикарно. Замечательно. Так, оставляем гидру здесь. Наши дети атакуются периодически, но меня это не сильно парит, пугает и так далее. Потому что я планирую сейчас делать развитие на второй базе. К сожалению или к счастью, но мы убиваем быстренько крабиков, которые тут периодически подходят. И нужно расположить, наверное, все-таки вот как-то вот так вот наших гидралисков. И делать уже развитие базы. Так, давайте. Линк, уйди, пожалуйста. Ты мне немножко мешаешь. Так. Где мы можем максимально близко подстроить? Вот здесь, замечательно. Ты у нас подстроишь нам сюда. Замечательно. Ты у нас подстроишь колонию, пока здесь еще есть крип. Замечательно. Разгаживаем немножечко крипа. Здесь все хорошо. Зерлинги прям замечательно все это дело контролируют. Великолепно. А временно мы пока в плюсе. Насколько временно, насколько в плюсе, сказать сложно.
Но думаю, что в целом должно все быть хорошо. Посылаем сразу в ту сторону дополнительных ребят. И как только мы полностью захватим, скажем так, вот эту базу, полностью ее оборудуем, мы будем с вами заниматься уже улучшениями, различными грейдами и прочим подобным. То есть всем тем, чем мы не могли, например, заниматься до этого. Итак, что нам нужно? Нам нужно ускоренные панцири пригодятся. Как говорится, почему бы и нет. Линги не дают здесь пройти, к сожалению, нашим рабочим. Выделяем троих. Ставим на добычу газа. Так, отлично. Выделяем... Делаем муту. Выделяем, делаем муту. Мута будет посылаться тоже вот сюда примерно. Отлично, пока что добыча меня устраивает. Газ у нас добывается с двух хат. Это довольно быстро и хорошо. Крабики здесь ни на что не способны, не годны. Они бесполезны фактически. Здесь у нас очень много-много крабиков. Это тоже очень классно, очень хорошо. И мы ставим еще один. Еще одно. Один шпиль для гидры. Что даст нам тоже некоторое преимущество. Давайте запишем ребят на троечку. У нас осталось две собачки вот здесь вот. Надо записать их на единичку, чтобы они отдельно добывали. И давайте здесь тоже делать уже производство. В данном случае нам потребуется производство оверов, которые мы, собственно, и налаживаем, я думаю. Ну, здесь ничего сильно проблематичного нет. Собачка спокойно справляется с чем угодно, так что все хорошо. Все хорошо. Так, продолжаем клепать муту тем временем. Как раз у нас уходит фактически в 0 по 74 на 75, соответственно, по юнитам. Мы как раз подстраиваем своевременно оверов. И сейчас все идет довольно хорошо. У нас была завершена эволюция, мы улучшаем воздух. Мы должны сделать два эволюшена. Посмотрим, где он поставит его. Вот он его поставил, и вот здесь мы поставим эволюшен. Отлично, здесь мы будем делать защиту. Там будем делать атаку. В идеале мы можем поставить еще несколько интересных ребят, но я думаю, что особо мы париться по этому поводу не будем. Давайте отсюда уберем пару рабочих, переведем их вот сюда, дабы они быстрее добывали, потому что сейчас они немножко страдают фигней, честно говоря. Поэтому я думаю, что все нормально будет. Ладно, ладно. Делаем еще больше муты. Здесь очень много гидры, поэтому выходить только через муту здесь немножечко опасно. Но нам, в принципе, никто не мешает. Как видите, противник будет пытаться захватить эту базу, поэтому, ну, ее надо обязательно защищать. То есть не стоит думать, что если, типа, его сюда отогнали, он, типа, забьет на это дело и не будет ничего делать с этим. Но нет, нет, как видите, он... вполне способен вас атаковать. Он будет часто это стараться делать. Я советую вам контролировать это как-то. Вот такие вот дела. Такие пироги. Что у нас здесь по малявкам? Малявок оставляем здесь. Они сами справятся со всем, что может нам здесь угрожать, в принципе, так говоря. Чуть-чуть сюда поднимаем овера. Смотрим, что здесь, кстати, кто-то заковался. Это зерлинг. Вот еще один зерлинг. Кучка зерлингов, которая сейчас бежит на наших. Отводим под плетки. И в атаку. Отлично. Вот так вот и работаем, ребята. Так, что у нас по муте? Мута у нас прибавляется. Это прям хорошо. Мута у нас прибавляется, записываем ее на четверочку. Так, больше муты. Больше гидры. Больше разных улучшений для лингов. Всего больше. В основном грейдим атаку. Как по мне, атака довольно важный параметр, который мы и будем, собственно, грейдить в основном. Так, 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 так. Здесь у нас делаются муталиски. Мы выбираем этих муталисков.
И как раз выделяем дополнительных. Вот так вот. Ага. Так, 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 так. Надо поглядеть, что у нас есть еще здесь. Отправляем лингов погулять. Вообще, наши малыши исследуют территорию. Поглядят, что здесь есть интересного. И после этого мы уже будем думать, что нам делать дальше. Возможно, кого-нибудь или что-нибудь они найдут. И если найдут, то мы туда придем и накажем всех, кто как-то покушался на наших ребятишек. Ну, вот они вот здесь нашли что-то. Что-то, скорее всего, не очень хорошее. Воу-воу-воу-воу-воу. Большой-большой дядька Ультралиск мне совсем не нравится. Он какой-то не очень улыбчивый. Так, давайте выделяем вот так и идем убивать этих мелких лингов, которые здесь вылупляются. Отлично, эволюция сделана. А здесь на нас тоже кто-то пришел, но кто-то, кто пришел, довольно быстро умер. И потерь мы, по сути, никаких не понесли. А здесь у нас эволюция продолжается, здесь у нас эволюция завершена, здесь требуется улей. Чтобы вас сделать улей, нам требуется гнездо королев. Сейчас мы его сделаем. Без него мы, к сожалению, немножко в пролете. В пролете, ну, совсем чуть-чуть, правда. Давайте переводим данных рабочих тоже сюда. Пока что у нас все хорошо. Так, что мне нужно? Мне нужно довольно много гидры. И мне нужно довольно много муты. Муту мы пока отводим. Я думаю, гидру мы сейчас отведем чуть-чуть на возвышенность, дабы она здесь контролировала все. Малявки мы пускаем в ход, убивают все это дело очень нехило. Ультралиск их, конечно, покоцает. Скорее всего, убьет всех. Но зато мы убьем ультралиска. Убьем гидру, которая здесь висит. И начнем уже атаку на споровые колонии. Также у них здесь надо убить Evolution. Чуть-чуть отвозим, дабы мы совсем нагло не попадали под гидру. Плюс они, я так смотрю, кое-что не очень хорошее строят. Ладно. В таком случае нападаем сюда. Уничтожаем споровик. Уничтожаем немножко рабов. И давайте как-то так, в таком же духе продолжать. Сейчас отсюда, конечно, кое-что нехорошее вылупится, но я думаю, что мы сможем все это дело как-то отбить. Потери у нас по мути не очень большие, потому что у нас неплохие грейды на нее сделаны. Я думаю, в этом плане мы выигрываем по грейдам. Что здесь единички, у муты же двоечки, а это уже лучше. Забей ты на ультрала, фиг с ним. Бедный ультрал просто не знает, что ему делать. А гидра просто рассыпается. Она уже не представляет никакой сильной опасности. А нам нужна эта база, дабы вообще беспрепятственно строить муту, устроить все что угодно. Давайте добьем этого бедного гидралиска. Точнее, какого гидралиска? Бедного ультралиска, простите за мой французский. Ну и в принципе, я думаю, что на этом все. Далее мы можем спокойно выходить через муту даже. Я думаю, что здесь уже будет даже не так важно, потому что мы слишком быстро развиваем муту. Она очень у нас здесь крутая. Но на нас здесь будет периодически теперь летать не очень хорошая штука.
Я думаю, мы с этим справимся как-нибудь. Ладно, выделяем на единичку. У нас еще на двоечку здесь контролит гидра. Поставить надо ее на удержание позиции, кстати. И давайте еще тоже вот с этого места сюда будем посылать много муты. Мута на единичку, которая здесь есть, будет записываться на единичку. Хорошо. Еще мута какая-то ожидается, я надеюсь. Вот сейчас отсюда мута вылупится, и отсюда, соответственно. Здесь нужен улей. Почему я не могу мутировать в улей? Потому что у меня не было построено здание для квины. Ага, хорошо. Но оно у меня в итоге построено, поэтому теперь я могу мутировать далее. Вот оскорбителя мне пока не дадут, потому что... Ну, просто потому что... Просто потому что не могу. Ладно, продолжаем строительство. Продолжаем строительство. Делаем больше и больше муты. Продолжаем нападать на все и вся. Записываем это на двоечку. На двоечку это все дело записываем. Бедные ребята не ожидали такого сопротивления, такой жестокости. Хорошо, сами виноваты, как говорится, сами виноваты, да. И вот теперь у нас возникают некоторые проблемы с газом Виспен, но я думаю, что мы его, в принципе, восстановим за счет постройки новой базы. Новой базы вот здесь. И за счет постройки новой базы... Ой-ой-ой! Что-то я смотрю, там снова есть наглый ультрал. Все отряды отправляем на убийство. Все те, что не отправлены на убийство, оставляем просто стоять отдыхать. Так, что я хотел еще? Я хотел еще здесь построить базу. И сразу подстроить здесь так вот все сделать, все замечательно. Меня, в принципе, все устраивает. У меня фактически 4 отряда муты. Это замечательно, это очень много, это очень жестоко. Здесь почти все целые. Эволюшн у нас постоянно завершается. Великолепно. Нам критически сотни не хватает газовой спены на улучшение брони для воздуха. Что, в принципе, не так сильно критично, но... Окей. Мут у нас тем временем очень-очень много. Хорошо, просто через автоатаку идем на нашего противника. Просто уничтожая все на своем пути. Абсолютно все на своем пути уничтожая. Меня устраивает то, что я вижу. Мы, конечно, несем некоторые потери, но в целом все идет замечательно. Несли мы потери в основном из-за того, что у нас не хватало некоторых возможностей. Так, ты у нас сюда, а ты у нас тем временем муту вот сюда, пожалуйста. Мне здесь она все еще нужна, и я думаю, что если ты мне ее пришлешь, я буду тебе благодарен. Что я могу сказать? Я буду благодарен новым дотеканием муты. Потому что базу здесь надо убивать медленно, но верно, как говорится. Так, дорогие мои друзья, ты, кстати, на какую у нас выделяешься? Это вообще... уничтожаем быстро спорки.
Ну, теперь все идет замечательно. Где-то у нас исчерпался Виспен, скорее всего, вот здесь. Да, здесь Виспен теперь исчерпан, больше он здесь не добывается. Поэтому посылаем ребята добывать, например, минералы, потому что почему бы нет. Также попутно продолжаем строительство муты и отсюда, и отсюда. Дотекание муты сейчас будет происходить очень-очень много, очень-очень быстро, поэтому все классно. Можно даже, кстати, записать их на... Такие вот дела. Ну, в общем-то, мута, как я уже искал, будет дотекать очень в больших количествах. Отлично. Все просто замечательно. Ну, все хорошо, ладно. А основу базы мы, собственно, разобрали. Основу базы мы разобрали, так что все классно. Итак, больше основной базы у него нету. А значит, нам нужно разбирать всю оставшуюся территорию, которая у него осталась здесь. Желательно как можно быстрее. Иначе есть возможность получить по шапке. Чего бы мне, в принципе, не особо хотелось. Атакуем быстро спорки. Он уже как бы защитился от нашего воздуха, но, к сожалению, слишком поздно для него. Сейчас воздух уже егошний, фактически не причиняет мне никакой проблемы. Так, да, на троечку дозаписать вот этих ребят. Ну, хорошо, например, даже вот так можно дозаписать на двоечку. Окей. Всех этих ребят дозаписал, и теперь могу спокойно уничтожать все и вся, в принципе, говоря-то. Так. Почему вы не идете? Ладно. Стоп, а куда они бегут? Куда они летят? Я не понял. А почему сюда, если я их отправил вроде как выше? Я их вроде как вот сюда отправил. Но окей. Им, наверное, видней. Ну так вот, собственно, к чему я говорю? К тому, что, в принципе, мы с вами миссию закончили, потому что более нам враг особо никаких проблем не предоставит. Можно, конечно, сделать еще один грейд. Можно, конечно, дозаказать еще три муты, например, и послать их сюда. Но, в принципе, как я уже сказал, мы сделали все, что надо. Поэтому все замечательно. Что касается муты, делаем вот так вот. У нас два стака снова муты. Есть лишняя мута, которая будет летать вот так вот. Записываем на троечку отдельно. Здесь еще есть мута. И у нас почти три стака муты в итоге. Вот, наш дружочек попытался восстановиться. Но, как вы понимаете, та мута, которая у меня сейчас есть, разберет уже фактически все, что бы у него ни было. И все, что бы у него ни было, фактически не предоставит мне никакой проблемы.
Вот такие вот дела. И по сути мы совсем разобрались. Так, ну, вроде бы все расчистили. Да. Миссия закончена. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока.